Всем привет, YouTube привет. Вот третья часть у нас про индукционные приборы. Вот я сейчас заслуживаю внимания еще один приборчик Каролинер. Вот. Он функциональный, тут можно и болты, и гайки греть им. И показывают, что только они делают. Но у него, я думаю, что он будет не такой новый, как те образцы, которые мы раньше видели. Тут он с охлаждением собственным. Какая-то жидкость у него, я думаю, стоить будет не дешево. Ну, если кому-то надо, вот, установите на паузу. Можно считать, вот, канал Immart.Rus. Вот, обзор индукционного нагревателя набираете. И он вам выдаст. Ну, собственно, вопрос не об... Я тут написал в комментарии, что, как бы, есть дорогие, дешевле, 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 вот тут... И китайские аналоги уже люди покупают. У кого-то уже они успели там немножечко остаться. Вот, там чинились и прочее. Ну, я к тому, что вот людям есть не имется. И для тех, кто не имется, это... Вот, я что хочу сказать. Вот, опять же, в интернете я увидел. Бюджетное устройство. Китайский индукционный нагреватель. 1 киловатт, али курганский. Можете перейти... Вот, человек сделал сам это дело все. И внизу под видео вот он пишет. Цена спроса 2500, плюс блок питания, плюс собрать все вместе. И стоить различные индукционные головки, видео работы уже собранного прибора. Всем все видно, я надеюсь. Я просто к чему, чтобы узнать эту тему. Дальше вот еще одно его же видео. Как вот он что тут сделал. Тянущая головка. Вот. Выкладывает фото, как обещал. Вот. Ну и так далее. Так что, если кому-то, повторюсь, вот не имется, вот, то, пожалуйста, обращайтесь к автору Алексей Курганский. Вот. Еще раз вот открою я его канал. Вот выглядит. И тут его, так сказать, работы. Списывайтесь. Думаю, раз человек выложил видео в интернет и как бы делится своими наработками, то я думаю, вами тоже поделится. Ну вот, об этом устройстве, как оно работает, тут видео. Я ссылочку под видео выложу Алексея, именно на его канал. Вот, уже вот копирую. И под видео будет ссылочка. Кому хочется, у кого руки чешутся, пожалуйста, можете сделать и все. Ну, как бы я считаю, на этом нам уже хватит об этом говорить. Сейчас линейка есть там от и до. То есть, либо хотите вы сами, вот, цена вопроса, 2500, как пишет автор, либо можете купить, ну, там, какой-то дорогой прибор, какой вам нужен. То есть, уже все разжевано, по этому вопросу, я считаю, добавить мне нечего. Вот. Кому какой вариант подходит? Мне, например, подходит такой вариант, что я опять же скажу, ну не нужен он мне. Вот. Нужен, потому что не особо я испытываю необходимость в этом приборе. Все равно вмятины сами делаются крючками, клеем. Вот. Ну и смысл. Вот. Поэтому не буду ваше внимание дальше отвлекать. Еще раз. Под видео будет ссылочка на канал, который выложил вот, Алексей Курганский. Все, всем спасибо. Надеюсь, на этом все вопросы исчерпаны по индукторам. Выбирайте уже сами. Это зависит от вас. Никому советов я давать не буду. Лучше, что не лучше, что хуже, что не хуже. Выбирайте сами. Как в той песне. Делайте сами, решайте сами. Иметь или не иметь. Все, всем пока, до встречи.